Ребята, всем привет! Приехали за Чихонькой. Сейчас распойдемся и поедем, посмотрим, как сегодня она будет, активна или нет. Ну да, с ударом клюнул. Это у него в ведре. Ага. Одну половину. Ну у тебя тоже не короткие крючки. Ой, эти поводки. Вон по две штуки у него. Шире делай. Он дядя Саша по 4 штучки ловит сразу же. Так он ловит и их подсекает. А, подсекает и оставляет? Ты подсекаешь и оставляешь, да? Чтоб 100 раз не бегать. Тогда-то сразу приехали, сразу клевать ничего. С поплавком рыбачишь-то? Нет. Назад мне порыбачить. Вот так полностью махай. Поводки длинные. Да подожди ты. Эти длинные поводки. Ты то, что по 5 сантиметров туда-сюда дергаешь, это они даже не ходят там. Да, до конца. Раз. Пустил так же. Что, есть? Наверное. Наверное, да ты что, не чувствуешь, что? Тащи, давай.
Вон, видно же, сразу же полез на последние крючки. Давай, отходи. Меленькая, тихонько. Ну, на засолку пойдет. Сегодня переделали крючки, поводки, то есть крючки. У нас были по 20, да, максимум по 20 сантиметров. Сейчас сделали по, ну, по полметра. Играть должно лучше. И там, когда купили, леска была 0,16. На первой рыбалке все закрутилось. Да? До конца спустил? Ну, полностью вот так делал. Видишь, когда полностью делаешь, да, клюет. Дядя Саша сейчас наподтекает 10 штук опять, да? И потом только вытаскивать будет. Хитрый жук. 100 килограмм так и ловил? Да. 2 ведра за час. А-а-а. Так попроще, конечно. На последний? На твистера, на твистер клюнул. Отходи туда. На последний, на ты твистера ты не вешал, Саня? Нет. Твистерок покрупнее, на последний. Все, отпускай. Хорошо? Да. Давай, доставай свои 10 штук. Там одна. Одна, наверное. Сейчас мы такие берем. Берем, берем. Ведро-хапуги. Да? Ведро-хапуги. Рыбачим близко. Еле место нашли. Сегодня день города, праздник. День России. У нас в Перми день города. Респект, да? Да. Народу полно, по 5 машин на одном месте стоят. Да. Умудряются еще обманывать. Там Игорешка у меня бегает. Че, все получилось у тебя? Да. Ну нормально сам отцепил? Куда? Да. Рыбку-то. Нет, отцепил и нормально все. Он сам первым, сам первым. Ну хорошо, значит ближе подходит. Убери, у берега стоит. Угу. То у меня то на первый, то на второй. Так, подманим? Подманим, давай. На
на пальчик. Вот, вон, у берега. Движение. Раз. Два. Сейчас иду. Три. Без резких движений. Че, один ты не сможешь? Сейчас подойду. Оп. Качнул. Да, оп, еще разок. Есть. Ну все, тащи. Что-то крупное. Судак. Ну да, конечно, оставь. Твистер опять. Не упадет. О. Опять на белый твистерок клюнул. Все, давай. Что говоришь? Так и он говорит. А у тебя Саша сколько? Ну у него тоже поклевывает. Уже нос? Все, отпускай. Вот таких отпускаем. Слишком мелко. Братана опять поймали. Братана. Окуня рыжего. Ну давай отцепляй. Надо опариков уже подсаживать. На крючках вообще мало. Ну что ты крутишь-то? Давай быстрее, еле ковыряешься. Осторожней. А то его не отпустить потом. Отпускай? Да отпускай, зачем он нужен? На последнем, что ли? Давай, отходи. Ну, хорошенькая. Хорошенькая. Ну, такая, середнячок. Ну, для этих мест нормально. Ну-ка выше подними, Игорь, там опять твистер что-то запутался. Все, отпускай. О, нифига ты. Судачок. А? Супер судачок. Да? А, жадный. Супер судак. Это воблер. Ну-ка покажи. Че, судаков не видел? Это судак? Да, маленький. Штраф. Штраф, это штраф. Это штраф. Покажи его малюсеньким, я видел. Офигеть, такой маленький экземплярчик. А если бы я пришел? А если бы, Леш, я пришел, поймал? Хочешь умер? Да не. Удивляется? Ну. Сейчас дрисканет, знаешь как? Это? Ты поплохо пробовал стоять? Нет, пока так поклевывает. Плохо. Он что, умер? Нет.
чё? Сейчас. Да напыжился. Даже метр, наверное, Санька. Сантиметров 40. Ну это поляк 2. Полтора делали. Да, ну там везде по-разному. Игорь, отцепи. Везде по-разному уже делают, что. А вон только сейчас плывет. Да плывет он, что. А вы там большая улица? Да. Если его не сожрет кто-нибудь. Получишь, бля. Надо транец маленько под это подрезать будет. Давай. Что есть? Да. Ну, вроде бы догнал. Да, в конце. Отходи туда. В конце? Угу. Так, можешь обратно отпускать. Меня только не зацепи крючком. Все, спасибо. Че, цепишь рыбку? Я тебя снимаю так-то. Ты меня снимаешь? Смотрю на тебя, а ты на меня. Думаю, что за человек на меня посмотрит? А там ничего нет. Да с чего бы это? Что-то на последний, да, стало? Ну. Да я видел на твистер, да? Она дергана. Слишком мощная. Слишком мощная? Да. Че ты достаешь полностью? Для чего ты не скажи? Ну как? Да отлично. Нагнулся маленько, да и все. Жолик. Я вас же снимаю. Ты меня? Опять ты меня, да? Я у тебя в бинокле за это. Вверх тормошка. В линзах. Папарацци. Рыбу иди доставай, папарацци. Давай влазь потихоньку уже. Из такого бинокля каждый день смотри, косоглазие будет. И тает маленький. Такую мы отпускаем? Нет. Что она пойдет? Нормально, это еще пойдет. Что она? Дергается. А? Дергается. Ну а что она не будет дергаться? Тебя поймай на крючок, на крюк. Ты не будешь дергаться? Ну давай иди убирай, не балуйся на рыбы. И так плохо клюет.
Что-то днем, блядь, и мелкое, да, стало, блядь. Мелочь, вкусно как, а? Вкуснятина. Пьет и жопу брызгает крови. Бороться есть надо было полететь.